Всем добрый день! Сегодня у нас небольшая закупочка продуктов с магазина «Светофор». Город Березники, Пермский край. Итак, начнем мы с картофельного пюре. Вот такое картофельное пюре мы берем очень часто. Называется пюрешка. Здесь до 2,5 готового продукта. Готовится быстро, вкусно и легко. Без ГМО. Цена 34 рубля за 250 грамм. Печенье Тимми с малиной и сливками. Цена 73 рубля 50 копеек. Здесь 10 бисквитных пирожных. Цена очень недорого. И эти пирожные очень вкусные. Влажная туалетная бумага. Здесь идет 120 штук. Цена 57 рублей. Экстракт ромашки. Экстракт ромашки оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Чак-чак медовый. Здесь у нас идет 250 грамм. Цена 54 рубля 50 копеек. Национальное кондитерское изделие. Сырная масса для бутербродов с чесноком и укропом. Масса 500 грамм. Цена 70 рублей 50 копеек. Взяли на пробу. Продукт плавленый с сыром и с ветчиной. Здесь у нас идет 400 грамм. Цена 50 рублей. Паштет нежный с печенью индейки. Цена 21 рубль. Здесь 240 грамм. Кисель. Взяли трех видов. Три вкуса. Клубника, плодово-ягодный и клюква. Кисель очень вкусный. Мы его берем уже не первый раз. Здесь вот в упаковочке 250 грамм. Цена 22 рубля 50 копеек. Заливаем кипятком. Он набухает и пьем. Быстро, вкусно. Фруктовый чай с натуральным соком. Лимонный. Укрепляй иммунитет. Вот такая баночка. Довольно-таки немаленькая. 375 грамм, цена 60 рублей. Окорок праздничный. Цена за килограмм 292 рубля. Вот здесь у нас кусочек на 942 грамма. Вышел на 275 рублей. Сушка ванильная. Очень нравится вот такая сушка. Берем ее тоже уже не первый раз. Как семечки, в общем, грызешь эту сушку. Здесь у нас идет 500 грамм, цена 34 рубля. Конфетная ассорти. Здесь у нас несколько видов конфет. Посмотрите, разные. Есть и деревенькова, и картошка десерт. Герои сказок. Ну, в общем, много разных. Здесь у нас 800 грамм. Цена 111 рублей 50 копеек. Масло растительное, башкирское. 500 грамм. 72,5%. Цена 54 рубля 50 копеек. Сухарики ароматные. Вот такой большущий пакет. Здесь 500 грамм. Эти сухарики мы берем, добавляем в салат. Очень вкусные. За 500 грамм цена 45 рублей 50 копеек. Дезодорант. Мягкий уход с экстрактом хлопка для чувствительной кожи. 100% натуральный фитокомплекс. Надежная защита 48 часов. Без спирта и парабенов. Так, цена 66 рублей.
На этом наша закупочка закончилась. Всего вам доброго, а мы с вами увидимся в следующих видео.